Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Diablo 3. Мы находимся в похотливых каких-то пещерах. Выглядит не очень похотливо, но, походу, дальше будет интересно. Ты просто ничего не понимаешь в похотливости. А, возможно. Хорошо. Да, всем привет. В общем-то, что? Ну, и пошли, и по дороге там будем... Нет, что-то мы пришли уже куда-то. Вот и поговорили. Здесь просто одна дама, она жаждет меня. И, ну, понятно по ее разговору, что ей противен Артем. Она вообще внимания на него не обращает. Но вы посмотрите на него, это же практически Борис Моисеев. Почему? Может, ей нравится Борис Моисеев? А у меня этот персонаж похож на Сергея Зверева. Дело другое. Ой, да, моя дорогая. Фу, я отойду. Ладно, оставляю ее тебе. Ну что, опять ушла, что ли? Это срань паучиха. Раздеваться начал. Нет, нафиг, забираю себе. Нам в компании только Пенкина не хватает. Да. Сереги, ты? Звони. Сережка Пенкин. А этот еще откуда вылез? Не знаю. Я даже не успел его заметить толком. Какой красавец. Да. Может, это Диабло? Да нет, какой это Диабло. Это просто вот этот братюня из Silent Hill. Да, это ближе к Silent Hill. Ты ж проходил, да, Даунпур? То есть вот эти монстры, в частности, вот этот последний босс. Ты понял вообще, что он олицетворяет собой? Какой нетерпеливый. Пожалуй, пришла пора мне представиться. Фу, я ушел. Я Цидея, дева похоти. Да уж, очень. Супруга Азмодана. Супруга, говоришь? Говно. Дева похоти. А чё звучит? Надо нам тоже как-то так назваться. Брутал и похоти? Нет, не типа... Хочу утомить тебя раньше. Ты времени. Кулачный воин убийства. Плюс один. Я там брутал брыжущей крови. Ну, кстати, да. Это как-то бруталы. Банально. Ну, эти морлоки лезут. Морлоки улетают очень неплохо. Ну, это да. Сейчас она придет, мы ее тут в 4 скрипки. Ну и ты там еще тоже, да. Не, я своего не позову. Он еще маленький. О, мочим. А, о, ну да. Сердце греха. Говно. Я чувствую кровь, пролитую сердцем греха. Иди к нам. О, ты заплатишь за это. Мне почему-то кажется, что в оригинале у нее такой голос озабоченный, а тут она как-то... А тут не очень, просто старая бабка. Не очень похотливо звучит. Вообще не похотливо. Да. Такое ощущение, что у нее остеопороз или бешенство матки, я не знаю. Простите, с наступающим 8 марта всех. Это не мы, это просто локация такая. Да, не мы такие. На тему разговариваем. Да куда ты? Не мы эту тему выбрали. Так, мочи его. Так, пацаны, мочите его. Ай, гад, ушел. Ушел? Блин. Да. Ничего. Ничего. Тут сундук так, еще сундук. Есть. В сундуке есть готический щит. Хочешь себе готический щит? Этого говна у меня. Ой, тем не менее мы пришли на второй уровень кратера. Нифига себе, шли, и только второй уровень. Обалдеть. Ну ладно. Найти башню проклятых. А мы где? Близко. Ну, в ней. Так, близко, спасибо за ответ. Как близко. Закнись. Боря. Налил бы ты мне водки. Так, ну чё, где он там? Близко, мы походу сейчас сказал. Уже. Ну да. Походу сейчас к битве с боссом идем. Да. С женой Азмодана. С боссом. Ты был прав, кстати, насчет резиновой бабы. Да. А у меня. А у меня еще баба резиновая есть. Это как в детсаду.
А вот мой папа придет. Типа того, Азмодан, позорище ты, я такая. Капец там ногами маш. Мне чтоб друзей позвать. Хорошо. Нас потрали вообще. Ух, без башки лежит. Дитё. Груда костей. Ой. Какая? Шайхулут. О. О. X3. Ты посмотри. Я так подумал, что мы сейчас уже, возможно, придем на большую арену. А так посмотрел по карте, у нас какой-то поворот начинается, и похоже, сейчас мы долго так будем крутить, вертеть. Вот мы пришли. Большая арена. А опять эти скорпионы в промышленных масштабах. Да, врут. Мне нет равных. А мой сказал, что мне нет равных. Так что все нормально. 8 монстров убито одним ударом. Давай, мочи жирного. Он твой. 33 монстра убито. Он опять на тебя отвлекается. Гад. Ну ладно. 47 монстров убито. Могу. 8 монстров слабые. Чем бы не смочь. Зато их 47. Это прям геноцид. Да, есть такое. Впору Гаагский суд идти сдаваться. Блин, а что вот эти вот за отростки такие с земли? Я к ним подхожу, они гнутся. Не знаю. Не подходи. Меня раздражает. Это местная трава. А, ну да, понятно. Флора. Местного разного. Зелье здорово. Нормально. Так, ну по идее, мне кажется, мы и правильно идем. Там просто еще одна развилка была. Раз мост, значит правильно. Не факт. Не факт. Хорошо. Ой, что-то так захотелось рыбы с пивом. Позвонили слово, не факт. За это пиво напомнили. Спать ничего не смогу. Сейчас пойдешь. Нафигачишься. Не. Я в полной завязке с обеда не пью. Нет, на самом деле, эта серия у нас совсем какая-то. То там что-то про этот говорим. Про пошлятину всякую. Ну, понимаешь. То народ спаивает. Ну, это лучше, чем про молдаван. Да. Так не только им обидно. Ладно. Так. Урон снижен на 20... Ой, начинаются развилки какие-то. Да, здесь, по сути-то... То есть нет, чтобы пришли, она вышла. Мы ее избили. Женщину эту. Но чем кого-то избивать? Ну, я не знаю. У меня такие планы. Ну, ты вообще... Ты вообще... План на вечер. Избить женщину. Избить еще одну. Не знаю, вот за этим тебе с быстрыми врагами тебе нравится. Ну, а вот с тяжелыми да. Больше нравится мне. Пободаться, постоять друг друга. Я всех люблю. Но не все любят тебя. Да. Блин. Голос мой. Осип. Осип, охрип. Кто там орёт? Какой-то крикун. Крикун, не помнишь фильм? Можно мне пойти с вами? Крикун это... Где мальчик такой, да? Да. Да. Вообще классный фильм такой был. Да. Страшно? Почему-то. Как почему-то? Вот эти мальчики жуткие. Ну, были. Вот именно мальчики. Можно мне пойти с вами? Вот эта вот фраза. Штук 20. Да. Да, 20. Там сотни тысяч, миллионов. Меня серьезно ранили. О, меня рвут, парни, на выручку. Блин. Тут сразу так кишки полетели. Мои раны затянулись.
А, я думаю, что такое? А тут эти сильные ребята. Нет, эта штука мне определенно нравится. Она все равно гораздо слабее, чем это Инферно, которое я делал. Кстати говоря, они делают Инферно. Нужно отходить. Да, хорошо, что напомнил. Жжется! Кстати, в этом, в Хоббите, я ранен. Там тоже будет Голлум. Хорошо. Ах, мне сломали. Трейлер видал. Так, ну давай тогда ко мне, если я, конечно, выживу. Да выживешь. Не, ну просто не факт. Тут вообще что-то жутко. Да выживешь. Да! Сколько там? Ну, я, кстати, Хоббит почему-то не жду. Вот не знаю, что-то вот не зацепил меня трейлер совсем. То есть мне и первый Властелин меньше всех понравился из трилогии. А он, я так понимаю, будет что-то в стиле первого. О, мы с тобой уже говорили на эту тему. Мне первый Властелин понравился больше из всей трилогии. Поэтому я жду Хоббит. Я ранен. Вот и поговорили. Просто да. Просто во второй, в третий идет какой-то эпик, но при этом как-то снятый. Вот во второй части, допустим, там побоище там. И этот, да, как он называется? Да, третий там Хельмова пать. Ну вот даже Хельмова пать в третьей части. Просто там как-то масштаба не хватает. То есть вот Минас Тирит там, это вроде по идее огромный город, а по сути он как-то так сделан, что, блин, там метров там 200 на километр в высоту, может. Не знаю, но вот эти вот сами побоища эпичные есть, а вот локации... Что это крепость, что там на горе стоял этот какого там Гондор, что ли? Не помню. Короче, масштабности локации не хватает. Ну, возможно, конечно, но... Вот эти моменты, когда конница въезжает, там, 6 тысяч конников въезжает в толпу там из 10 тысяч орков, это, блин, меня аж дух перехватывало, ё-моё. Ну даже, короче, не в масштабе дела, а просто в первое как-то там приключение такое, именно небольшой компании. А тут уже идет эпик политика, я политику, ну, да, люблю. Я исцелен. Не, ну я не могу сказать, что мне нравятся вот эти все политики. Мне просто нравится вот из-за вот этих эпичных битв. Ну да. И только. То есть мне я тоже просто полфильма как... второй Властелин. Опять он знаешь о поле Нефалем. О, господи. Что ты познал страдание? Скоро ты встретишься. Давай не обращай на него внимания. Наложницей. По-моему, он даже не с нами и разговаривает. С Нефалем каким-то. Меня, допустим, Герасим зовут. А меня Трофим. Споем? Споем. У меня слуха нет. Так. Короче, когда я пересматриваю «Властелин колец», второй, третий, по большей части я там смотрю чисто на вот именно биты. Ну, в третий там, конечно, биты вообще капец. Весь из этих таких моментов состоит, то есть бабла увалено в него. А второй, да, второй там полфильма бред. Разговоры какие-то там, король этот, блин, бухой сидит. Но зато за Хельмову пать вот эта битва классная была. Ну а этот, когда под конец там тоже, да, Саурон падает. С этого, да. Тоже, да, эпично так. Но опять же, там войско стоит людей, и оно никуда не проваливается. А вокруг них эти все враги ушли по земле. Так задумано. Ну а иначе как объяснять? Куда все это войско применять потом? Ну да. На галеры, что ли? В шахты, на рудники. Нужна помощь. Так, пацаны, помогайте, давайте уже. Пацаны вообще, ребят. Рейдж! Я не буду этого делать. Да, блин, капец какой-то. Я одного такого запинал, там с трудом еле догнал его. Отдышка замучила. Мои парни долбаного червя били. Ну что ж такое? Причем не добили даже. Ну, не получится. С бадуна видно.
Да, что-то у них сегодня не особо хорошо все получилось. Иди сюда! Я его даже глушануть не могу. Да, они такие прикольные звуки издают. Как козла какого-то режут. Да. Мы, кстати, уже пришли почти. Да. И это, и это хорошо. Ты-ты-ты-ты. Я, кстати, вообще что-то в последнее время не смотрю. Я тоже. Раньше он как-то по сдержаннее был. Сейчас что-то совсем в дурачество ушел. Ну, не знаю, просто надоело. Да, просто. Как-то так. Так, мы пришли. Оставьте этого бедного червя там в покое. Да я его хочу убить, он уже надоел. Так, ну и что? Да, посмотрим. А, то есть это еще не конец. Там просто на другую локацию пришли. Башню проклятых. Найти сердце греха в сердце проклятых. Обоссаться. Надеюсь, иди сюда, моя. Тяжело. Фу, горбатая какая-то. Отвратно. По-моему, вышли на арену. А, нет. Нет, показалось. Тут чуть-чуть осталось. Ого, унесло братюни. Но не бегает от меня, но... Он боится, что... Теперь от тебя все летают. Надо мне тоже поставить удар на какой-нибудь навык, на левую кнопку мыши. Ну да, слишком громко грохот ставится, там душ-душ-душ. И землетрясения начинаются. Но. На районе. Ну-ка, дыхни, алкаш. Лезет и лезет, а. Какая работа. Есть такая работа — спускаться в ад и убивать демонов. Да. В промышленных масштабах. Обожаю эту работу. Как Джокер, да? Когда, получается, этого Харви Дента перевозили, помнишь момент? Но. Когда он там за рулем грузовика сидит, таранит все, всех сбивает, сидит. Обожаю эту работу. Да. Ой. Че, больно? Да, еще и как. Ничего, справимся, я думаю. Я думаю, да. Пацаны? Тем более, что они на ней могут. Стенами все позакрыли. Лучше. Они сами себя оставили наедине с этими парнями из моей футбольной команды. Смотри, у него жизнь улетает. Поможем? Да, сами справятся. А, они ушли уже? Ну ладно, позвонили. Срочный вызов. Так, 20 золотых, хорошо. Семейный бюджет поднялся. На 20 золотых. Мне кажется, нужно сюда. Да? Как ты узнал? Точно. Хочу быстрее уже. Похотливый. Похотливый, да. Демон похоти. Сейчас мы покажем, что такое настоящая похоть. Настоящая БДСМ. И затишье такое. Да. И каждый задумался о своем, о вечном. Обвязка. Ну, как пошло это звучит. Вроде как пришли. Или что? Ну, а, на уровень ниже спускаться еще надо. Видишь, снизу. Проходим. Ой, один момент. Пардон. Сейчас, к сожалению, не до звонков. Напряженно очень. Очень. Значит, там ниже. О, так, ладно, это твои. Ну куда же ты? Ну, блин, самое интересное. Спасите. Я вдруг вспомнил, что забыл выключить. С меня живьем кожу сдирает. У себя в храме там утюг не выключил. Да и вообще. Диабло этот. Когда я говорил о похоти, я не это имел в виду.
Вы неправильно поняли мою роль во всем этом. Блин, да кто там название? Они меня к себе зовут. У тебя там не слышно этих звуков характерных таких? Па-па-па-па-па-па-па. Нет, вроде как. Ну, слава богу. От микрофона далеко. Надеюсь, у моих зрителей тоже. А, так, на. Ну, сдохни ты уже, да? Почему? Он такой приятный. Пускай поживет с нами. Где? Когда ты ушел, они что-то слишком жестоки были. Ля-ля-ля. Ну ладно. Оккультист клана крови. Пытается убежать. Шусенок. Смотри, все больше и больше этих здоровяков в шлемах. Того и гляди, еще пирамид хеда тут встретим. Да. Сейчас с удовольствием. Проходим, а он там в очереди в магазине стоит за колбасой. Из человечины. То крайний. И там какой-нибудь этот Стасик, или как его там зовут? Я не буду этого делать. Из Resident Evil 3, не Метис, такой. Со мной. Не занимайся. Чисто вот мимо просто проходить, то есть не бьем, просто вот бэкграунд такой. Ну, в принципе, это было бы логично, да? То есть никаких претензий. Ну да. Вообще вопросов бы не возникло. Люди, они у себя дома, то есть. Вот да, хватит швыряться. И не удивились бы, просто мимо пробежали и, скорее всего, не заметили их. Ага, нам в комментариях написали бы потом. Да. Нам бы потом все высказали. Давай уже. А что за пентаграмма у тебя? Я исцелен. Не, на ней можно стоять? Да. Это у меня называется «Семь сторон света». Угу. Ты куда-то исчез, да? А, нет. Семь ударов, короче, он наносит. Семи врагам. Так. Мне так нравится, как вот эти жирные звуки такие издают. Такой. Да. Понравилось. О, мы пришли. Что-то в тебе такое. Как он коряво упал. Что-то в тебе такое садистское есть. Что-то такое иллюзорно, да. Напоминает. Я его открытую просто садись и все. Я так и знал, что она сейчас появится. Что я с тобой сотворю? Так, иди, я буду смотреть. Я что-то перехотел уже. Разработчики такие. Блин, говорит, надо как-то увеличить продолжительность игры. Ну, говорит, у нас, по идее, тут сюжеты на одну локацию. Давай наклепаем 20 локаций, но в начале и в конце каждой будет появляться это Босяни и говорить одну фразу. Ну, давай. Идеально. Гениально. Нет, просто они забыли написать диалоги. Но они не хотели писать диалоги. Потом. У нас через полгода выход игры. Ну, нужно написать сюжет, диалоги. Да потом. Спустя полгода. Завтра выход игры, где диалоги? Заткнись! Копировать, вставить. Смотри, там такая делегация нас ждет. Да, да. Они прям как это, с балкона смотрят. Денег, походу, заплатили за это. Мы сейчас не придем. Потом, ребят. Потом. Тут своих хватает, смотри. Я пойду с этой пока познакомлюсь. Ой-ой, глянь. Покорные человеки, наконец-то! Где покорные? А, вон. Наконец-то покорные человеки. Людей, ура! Мой разум снова прояснился. Получи, тварь! Это тебе кажется. Разум у него прояснился, смотри. Да давай, давай. Сначала убиваем людей, а потом их хозяев.
не пытайся освободить. Я просто, я молчал, я был занят убийством человека. Ох, я ей прям в табло именно. Правой прямой. Ох, смакота. Представляю, кастетом в рожу бабе. Это видел трейлер Хитмана последнего? Это... Где там, ну, бредовый такой вообще, не в стилистике именно Хитмана. Там монашки идут к отелю. Ну, видел, да. Хороший. Как он там нос ломает крупным планом монашки там. Там, так и хорошо. Просто самих монашек еще так прикольно нарисовали. Да. Ну, смачно он им раздает, это факт. Рисовала та же самая контора, которая вот Сега делала Deus Ex. Блин, кто-то там бутылки нашел, походу. Нашел! Ой, блин. Короче, не вот эти в игре, которые там довольно примитивно сделали, практически на движке. Который, ну да, трейлерный, в конце, в начале там. Ну, там контора-то одна и та же, как Square Enix, я так понимаю, да? Эйдус. Ну, да. Так что, удивляться нечему. А, блин, да вот они запарили уже. Короче, просто когда ты говорил, что попал в нос и в кастеты, я сразу вспомнил, как он там просто выносит. Да, там. Не цацкается там женский пол, что-то в этом духе. Отморозок, самый настоящий. Что ни на есть отморозок. И, кстати, у меня были большие подозрения по поводу этой части, типа, они заговнят. Полечимся, может? Давай. Но посмотрев последнюю демонстрацию, там один уровень проходит. Угу. Не, прикольно. Я убедился, что говна вроде не получается. Я, допустим, сразу отключаю вот эту его способность, которую там видит, куда будут идти враги. Но это вообще, не знаю. Понятно, надо охватить как можно больше аудитории. Угу. Но, тем не менее, это не дает им права видеть сквозь стену, это же... Обычно это такое дело живет на клавише консоль, и там SV Cheats 1, Impulse 101, NoClip. Да, NoClip там. Ну, Half-Life. Ну, мы в этом не разбираемся, нет. Сразу все читы перечислили. Важные. Кстати, вот мне нравится у товарищей из Bethesda, они не меняют свои читы из игры в игру. То есть TGM прописываешь и все. И ты бессмертен. Но я не знаю об этом чите. Ничего. Нет. Так, я уже добежал куда-то. Ага. Ну ладно, я приму. Потом мне их начали нарезать. Лезет. О, все. Блин, это ж насколько мы уже спустились. Мы все спускаемся. Сейчас там к Люциферу уже придем. В девятый круг. Ада. Не, Космодану. Я Космодану хочу. Да, ну его все равно ничего не может. Сидит такой, по мобилке через скайп сообщение Гривне отправляет. А потом, я вам сделаю. О-о-о, такой. У меня кончились идеи. О, да. Я так этого ждала. Что вы говорите? Куртка. Замшевая. А разве у одного шпака во всей Москве замшевая куртка? О. Так вот, как тебе нравится. А ты что думала? Ага, по жесткому. Пятером, только так. Да ты после того, как вызвал пятерых, так вот, как тебе нравится. Блядь, на бедную накинули всей гурьбой. Ты, мадам, мало немецких фильмов смотрела просто. Да. О, сколько у него тут паучок. Обидно кусаются, смотри. Паучок, на-на-на, пляши, на-на-на. Паукан. А вот она пришла уже. Кстати, это может быть довольно проблематично именно из-за этой мелочи. Смотрю, что как бы меня начинают нагибать потихоньку. Потихоньку пока. Цидея, понимаешь? Мне лучше. Я застрял. Да постой, это бегать быстро, вот за ней упаришься бегать. Женщина. Боюсь, что в конце концов колеса. Мне придется отнестись к тебе серьезнее. Боюсь, что мне насрать. Ну ты не бойся, да?
относиться уже не будет не надо никак. Потому что ты умрешь. Я ранен. Ну сколько этой мелочи тут может быть? Я не знаю, хоть гранату бы дали. Да не говори. Не проще ли из руки лаунчера жа? Нет. Мощный натиск. Сейчас я тебя съем. Думать надо. Сейчас я тебя... Навалить. Вот хорошо, что ты остановился. Не договорил. Я убью вообще-то, хотел сказать. Ну, я тебя чу. Не палимся совсем. У нас, по-моему, самое беспредельное прохождение. Это вообще херево. И это правильно. Ну да, это хорошо. И это хорошо. Мы тоже человеки. Нам тоже надо побаловать охоту. Цидея, иди сюда. Цидеюшка. Пацаны, взять ее. Паутинная слизь на мне. Фу. Даже боюсь спросить, откуда она ее достала. Это все, что ли? Ой, давай послушаем новую запись. Несмотря на то, что Азмодан, сейчас это появится ее муж. Говорит ко всем своим приближенным, к Цидеи он питает особое расположение. Дева похоти одновременно прекрасное и уродливое создание. Она обладает туловищем женщины и паучьими ногами. Говорят, ее голос сладок, как мед, но из ее уст льются только слова смерти. Говорят, ее голос сладок, как мед, но в нашей озвучке он не звучит. Так, ну он не появится, пока мы как бы не поломаем сердце. Ну, сейчас такой, может быть. Может быть, в это. Но и это еще не все. Потом камера выключает и рыдает. Убить Азмодан. А, то есть вот так, да? То есть мы еще сейчас пару тысяч этажей вниз спустимся. Он еще 20 тысяч раз нам будет угрожать. И только недра... потом... Недра горы. А это что были? Не недра, что ли? Не, это были только так. Приднестровье, во. Приднедра. Тут и недалеко. Почти. Вон, чига себе. Так, ну да. Надо в город смотаться, продать. Там. А что у нас по времени там? По времени? Ну, давай продадимся, да, там уже посмотрим, как там. Ой, я не туда телепортировался, матерь божья. Ты еще там налови сейчас. Так, что я получил? Я получил редкое мощное оружие. Ну, я уже вижу, что оно хуже моего. Я только получил по щам. Бывает. Не более. Так, тут у нас, в принципе... Все хорошо. Отлично. Сапожки. Какая-то шляпа. В основном все как-то так. В основном одни шляпы какие-то. Синие вещи я уже даже не смотрю особо. В основном уникальные. Ну да, почти все уникальные одеты. Ну, мне так половина получается уникальная, половина синяя. Не обязательно вот этот вот неизвестный предмет нужно сначала определить, а потом продать. Я не знаю, просто дороже, что наверное. Что за жизнь? Да не хочет она его продавать. Да, вот пес. Так, а если я пошел мутить мощных драгоценных камней? Сначала сейчас эти отколупаю. А, ты разбирать пошел? Ну, кое-что разберу, кое-что подсоберу. Покруче. А я вот этим не пользуюсь. Я не буду так, этого делать. Так, что у меня вообще есть? Аметист. А, то есть аметисты достаешь из старых вещей, да? Не, ну я их собираю, пока бегаем. Потом создаю такие более... Ага, помощней. Опять у тебя достижения? Что ж такое? Это судьба уже, все. Смирись. У меня камешков не так много. Ладно. Я думаю, с чё поделишься. Если чё ударю, поделишься. Починиться. Не забудь починиться. Так,
Я пока пойду с Тирелем поговорю. Как он там? А, он же ушел. Забухал. Ну да. Горят, бухает. Драгоценности сложил. Парень стоит с девкой. Говорит, впереди, говорит, решающая битва, а я, говорит, ее даже не увижу. Девушка ему такая, да ладно, тебе нужно отдохнуть. Он такой, да я даже не устал. Она такая, тебе нужно отдохнуть. Он такой, о-о-о. Все к этому клонит, в общем, в этой серии, видишь. Так, все, починку я сделал. Отлично. Ну тогда давай на этом данную серию завершать. В общем-то, спасибо всем за просмотр. Комментируйте, оставляйте. То есть, оставляйте комментарии, хотел сказать, да. В общем, затупил. Оценивайте. И подписывайтесь, кто еще не подписался. Обязан вообще. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.